Министерство обороны России сообщило о начале передислокации многоцелевых истребителей Су-35 Восточного военного округа на территорию Белоруссии. Переброска осуществляется в рамках подготовки к совместным военным учениям «Союзная решимость», намеченным на февраль. Самолеты будут участвовать в отработке учебных задач по охране границ союзного государства, отражению внешней агрессии и противодействию терроризму. В программе маневров – пресечение проникновения вооруженных групп боевиков, уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, информирует сайт оборонного ведомства. Учения вблизи границ Польши и Литвы на западе и Украины на юге вызывают обеспокоенность в столицах государств НАТО и в Киеве. Наращивание российских войск и вооружений рассматривается как признак подготовки вторжения на украинскую территорию. Москва отрицает наличие подобных планов. В этом контексте западные партнеры активизировали поставки вооружений Украине. Утром в субботу американский транспортный самолет доставил в киевский аэропорт Борисполь первую партию из пакета помощи для обеспечения безопасности, недавно одобренный президентом Байденом для Украины, говорится в твиттере посольства США в этой стране. Речь идет, в частности, о летальном оружии, каком именно, не уточняется. Ранее на этой неделе Великобритания передала украинской стороне партию противотанковых ракетных комплексов.